Готовые помогать. На форуме лидеров и волонтеров «Реалия», а он состоялся в минувшую пятницу в лицее номер 6, активная молодежь получила новые компетенции для личностного роста и научилась работать в команде. Мои коллеги тоже приобщились. На форуме собрались местные добровольцы из городских школ и трех колледжей. В советское время их называли тимуровцами, сегодня волонтерами. Главная цель остается прежней. Волонтер как человек, который делает все ради других, не ради своей выгоды, а ради помощи и желания помочь. Помогаем ветеранам, бабушкам и дедушкам, приюту «Надежда», а помогаем в организации праздника, как сейчас. Эти ребята – будущее города, региона, да и страны в целом. И это не громкие слова, ведь они решили активно принимать участие в общественной жизни. Российское движение школьников – организация, которая объединяет сотни тысяч ребят по всей стране. К ним примкнули и наши активисты. Сегодня развернулись две площадки – волонтерский корпус и школа самоуправления. Есть 4 интерактивные точки, где можно вплотную познакомиться с проектами, которые реализуются на уровне всероссийском. И те проекты, которые мы будем реализовывать своим муниципальным штабом в нашем городе в 2019 году. Сегодняшний форум очень уникален для нас именно потому, что модераторы площадок – это не суперэксперты какие-то там, да, но это наши ребята, это наши активисты, которые заражены движением школьников. Сотня парней и девушек на этих интерактивных точках проходят мастер-классы, тренинги и деловые игры. Гражданская активность, личностное развитие, информационно-медийное и военно-патриотическое направление. Например, вот здесь учат работать в команде и развивать личные качества. Российское движение школьников, особенно направление личностного развития, открывает свои таланты. Это актерское мастерство, это талант в танцах, это здоровый образ жизни. Это дает огромные возможности. Например, если у тебя есть талант в танцах, ты можешь полететь на танцевальную встречу в Москву. 2018 год президентом объявлен годом волонтера. Для Бердска нынешний год оказался продуктивным. В движении теперь состоят 11 школ города. Вместе они реализуют свои собственные проекты. Школьный десант, благоустройство участков и проведение развлекательных программ в детском саду, газета, школьное телевидение, профилактика дорожно-транспортных происшествий, а также трудятся над проектом «Молодежный стартап». После презентации будут определены победители, а лучших наградят 13 декабря на форуме молодежи.